Два года колонии поселения назначил судья уроженцу Чечни Али Хайдаеву, обвиняемому в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Напомним, 11 июля 2013 года в Перелюбском районе во время задержания подозреваемых в убийстве Руслана Маржанова Али Хайдаев, угрожая вилами, напал на полицейского. Сотруднику СОБР тогда пришлось применить оружие. Потерпевший выстрелил подсудимому в ногу. Защита настаивала на том, что в темноте Хайдаев, который приходится родственникам подозреваемых в убийстве Маржанова, принял сотрудника полиции за скинхеда. Подсудимый признан виновным в угрозе применения насилия сотруднику правоохранительных органов. Ему назначено наказание в виде 2 лет проживания в колонии поселения. Начало отбывания срока по решению судьи считается с момента задержания 11 июля 2013 года.